Наездники в образе принцев с короной на голове, в белой меховой мантии, в голубых костюмах, в золотом трико и сапогах. Громкая музыка, подробное описание всего происходящего на арене и тактильные ощущения. Это новая реальность рязанского цирка. Проект «Цирк на ощупь» – инклюзивный спектакль для слабовидящих и незрячих. Главная его особенность – тифлокомментирование. Это действительно специальный проект, который мы, подписав в прошлом году соглашение о сотрудничестве долгосрочном, будем реализовывать на протяжении многих-многих, я надеюсь, лет вперед, для того, чтобы каждый цирк действительно ежегодно в регионах становился более доступным. Владимир Плехов подчеркивает, что такого до них не делал никто. Помимо озвучивания всего, что происходит на арене, зрители с нарушениями зрения могут потрогать реквизиты, костюмы, страховочные тросы и животных. Каждый теперь может получить свое, особое впечатление от спектакля, в том числе с помощью специальных приборов с наушниками для тифлокомментирования. Все цирки России, они будут создавать совместные проекты с различными площадками, какие-то коллаборационные проекты с тем, чтобы оборудование не лежало там от случая к случаю использовалось, а чтобы оно максимально работало и как можно больше людей были вовлечены в любые активности. Проекту «Цирк на ощупь» уже год. Его проводят уже не только в Рязани. Инклюзивные спектакли показывают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Саратове, Сочи и Нижнем Тагиле. В Рязани, впрочем, приобщение к культуре людей с нарушением зрения – это не только цирк. В регионе открывают библиотеки нового поколения со специализированным оборудованием. Помимо этого, похожие проекты есть и в Рязанском театре драмы. Полина Власова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».